И вот мое семейство не полное, но уже определенная его часть. Все такие застеснялись сразу же. Принцы и принцесски. Да, это мой братик, это его жена, это его теща, папа, мама, сынок братика, мой племянник, и еще один там в люле. В люле. Да. Как утомился основной. Основной, да. Мы ж на речку сходили, потом футбол он играл. Да. А потом еще в магазин. И он в магазин зашел туда и назад, не просился. Да. Шел с мороженым и ел. Я буду лизать и все. Гости дорогие, и вы попадете тоже во влог, если не против. Я даже не знаю, как вас назвать, подписчики или друзья из детства. Короче, ну это вот явный подписчик новый. Паш, те гости пришли, да? Подружка пришла к тебе? Да. И друг. Два друга. Женя, тезка, Лёш, смотри сюда, мужчина. Серьезный такой, еще соска этого сейчас слышит. Итак, это наш горох, он уже отваренный, его уже в воде в больших кастрюлях отварили. Это еще один тазик. Ну, а этот горошек, доченька, будем стерилизовать. А ты расскажи, как тут, что тут? У баночки. Отварили горошек, Расклали по баночкам, по чистеньким. И у водичку готовим рассольчик. Рассольчик. На 5 литров. Мама, на 5 литров горошка треба 2,5 литра рассола. А на литр рассола, может кто-то из людей будет консервировать. Говори. А на литр рассола надо 2 ложки сахара, столовые, не с горкой так обычно, ложка соли и грамм 80 уксуса. 80, 100, как кто любит. А если лимонную кислоту, можно с лимонной кислотой. Уксус 9%. 9%, да. Столовый уксус. И вот ставим в бачки, крышечки стерилизую, накрываю и стерилизую. Ну ты зробила этот сироп, ну в смысле эту як, заправка или что? Да, сироп, Паш, сироп заливать. Закипятила или что, в уксус в конце добавила после того, как прокипятила? Да, оно ж, доченька, будет все стерилизоваться еще в баночках, этот сироп. Но в общем, разложили горох, залили сиропом, сейчас вот так вот в большую такую бадью, тоже там положили внизу полотенце, залили водой, как видите, где-то чуть меньше половины банки, и сейчас на газ будем стерилизовать все вместе. Ну вот, доченька, будем стерилизовать горошек. Накрыли крышками. Накрыли крышечками. Баночки наливаем рассольчиком неполные. Угу. На пальчиков 2 неполные, потому что он поднимется в баночке, станет кипеть и будет выбегать. А рассол у нас у кастрюльки остался. Мы когда простерилизуем, снимем с огня, и тогда этот рассольчик, что остался в кастрюльке, подоливаем у баночки. Даже я трошки жду, щоб чуть-чуть воно подостив і поменьше у баночці. Він же ж теплий, то, понятно, розширений. Поменьше у баночках, і тоді доливаю баночки повненькі. І ще раз перекипячу в кастрюльці для надіжності.
доливаю и закатываем. Все ясно. Уже сколько вот так вот будем их стерилизовать? Если варить горошек 30 минут, надо стерилизовать 10-15 минут. А если горошек варить 15 минут, угу, то стерилизовать 30-40 минут. А, все ясно. А мы варили сколько, получается, горох сам? Я варила горошек 30 минут. А, значит, меньше стерилизации. Буду меньше стерилизовать. Все ясно. Хорошо. Все, накрываем крышкой эту бадью, да, и... А не скуплюсь, а всегда стерилизую и трошки больше. Думаю, чтоб надежнее было. Горох, он прихотливый. Угу. Он такие не нагля хочет стоять, угу, як чуть не годишь ему. Ну, ясно. То я уже... Да. Да вот зимою... Свої баночки, не треба бігти в магазин, купляти горошок. І діткам же ж хватить усім. Ну, да. Всім на праздники хватить і діткам. Це 14 баночок, 7 літрів. А ще... А ще один бачок, ну, да, зроблю. То хватить усім. Это точно. Робіть і в будні дні салат олів'є. Да. Все, тогда, значит, накрываем и пускай оно там варится, стерилизуется. Ой, кто это тут у нас? Деда, ты кого тут принёс? Воробушка маленький. Что, он упал? Да. Пашка, маленький воробушек, тебе дедушка принёс. Надо его погладить и выпустить, да? То он волнуется, бедненький. А что, он стукнулся, кстати, что? Об дверь стукнулся и на крыльцо упал. А, бедненький. Он только учится, наверное, летать ещё. Да. Всё. Блин, маленький. Ничего, тут воробушек. Ну что, уже устал нести? Какой ветер, да? Жарко. Жарко? В прошлый раз здесь в кустах увидели ужа где-то метрового. Ой, какая птичка красивая там, Паша, аккуратно. Какая-то необычная птичка. Давно, ребята, с вами не выходили на связь с Павликом. Идешь? Хотелось немножко отдохнуть от камеры. Вы правы, да. Кто-то писал, что хотите, наверное, наверное, Женя просто отдыхает, чтобы просто нормально пообщаться с родственниками, побыть, поработать. В общем, да, так и есть. Как-то все время с камерой все снимать немножко подустала. И, знаете, не хотелось думать про YouTube, про YouTube-канал вообще. А то без выходных, проходных. Может, кто-то не воспринимает это как работу, но поверьте мне, что это полноценная работа, даже больше. Потому что если вы ходите просто на работу, вы можете себе в субботу, воскресенье, ну, в общем, стабильно выходные. А здесь, когда свое дело, это не совсем такой супер какой-то бизнес, но тем не менее это свое дело, которое реально занимает очень много времени и без выходных. Так, а все. Вот она сидит. Вон там, да, это скворцы. Какие? Да, скворцы, которые черешню едят. Угу. Нет, они не так делают, они по-другому. Иди. Они по-другому как-то разговаривают, я уже не помню. Пойдем. Улетел, да. Паша уже очень хорошо говорит по-русски. Да, так что вот так. Буквально месяц, и он стал говорить вообще хорошо. А сейчас уже 2 месяца. Он говорит, ну, как полноценный ребенок. Гуси-гуси, га-га-га. Нету здесь, да? Да. Они в домике, наверное. Да? Ну, да, наверное. Да, наверное, там. Как комары закусали мои ножки. Что-то я не заметила, когда они тебя покусали, Паш. Ой, чуть не повалилась мама. Ну, чуть-чуть. Да, чуть не повалилась мама. Ну что, идем и за щечку, и за шею. Папа, ты большой камень. Большой камень, да. Да, а то вон чужой. А там дерево, там ху-ху дерево. На дереве ху-ху сидит? Да. Птичка, да? Чик-чик. Не чеши щечку. Ну все, планирую Пашку отдавать в садик по приезду в Турцию. Но это так, только в планах. Как оно будет на самом деле, я не знаю. Потому что много планов. Я понимаю, что мне нужно будет свободное время именно в плане для работы.
А с Пашкой это сложно. Так что придется, наверное, хотя бы на полдня. В первой половине, скорее всего, его отдать, потому что планирую пойти на курсы и заняться активно развитием бизнеса. Какого именно бизнеса, я вам обязательно расскажу, когда это уже будет известно на 100%. Пока это только в планах, поэтому, в общем, буду молчать втихаря. Все делать, а там уже обязательно с вами поделюсь. Паш, идешь? Так что да. Смотрите. Погода такая странная. Вроде очень жарко и постоянно ходят какие-то тучи по небу. И когда тучи закрывают солнце, то... Да, на дереве птичка сидит. В общем, когда тучи закрывают солнце, то достаточно прохладно. То есть, ну, не прохладно, так хорошо, свежо. И из-за этого речка не может прогреться. И достаточно низкая температура ночью, поэтому... Да, речка, ну, в общем, так, побродить. Конечно, купаются дети, но я пока не рискую. Надеюсь, приедет братик в отпуск. И мы обязательно поедем на Припять. Там, говорят, вода вообще теплая. Что, обратно домой? Да. Почему? А тут холодно. Холодно? Да, холодно. А что ты будешь делать дома? Хочу я домой. Хочешь ты домой? Сегодня у него что-то настроение не совсем. Паш, ты чего? Серьезно, домой? Подожди, Паш, идем. Хорошо, я поняла, идем домой, значит. Не судьба. Притащили все вещи, рюкзак, игрушек, и несем обратно. Ну, не холодно, что чего? Это услышал, что я говорю холодно ночами, и вот он решил. Паш, не чеши, я помазала кремом, не чеши. Ой. Ну. Тут упал в яму? Кукареку. А я притащил кукареку. Не знаю. Он тоже в домике. Тоже в домике, да, петушок. Да. Мне еще вот такой вопрос из моих зрителей. Кто-нибудь вообще обучался за границей языку? То есть там в Англии, в Америке, Мальта, может быть, какая-нибудь. Вообще вот как практикуете вы, кто-нибудь из моих смотрящих, из моих зрителей? Есть ли у вас интерес поступать в университеты какие-нибудь за границей? Тут нету гусей, да, Пашка, они в домике, наверное. Есть и такие смельчаки, которые не боятся. Потому что на самом деле я сейчас смотрю, для того, чтобы устроиться в жизни, надо действительно получать высшее образование за границей. И знать быстрее тут комары, и знать на очень хорошем уровне английский язык. Если, да, если у вас есть планы в росте карьерном. Так что да, напишите, если у вас кто-то обучался. Упал в яму чуть. Чуть было не упал в яму. Ну-ка. Какой мотоцикл. О, какой огромный. Тут есть грузовик. Да. И грузовик нарисовал. Сам откроешь. Смотри. Сам откроешь. Иди мы, давай, смотри его. Опа! Ой, какой сильный! Здоровенный какой, Павел! Ничего себе! А сказать, что надо? Что ты скажешь? Это большой мотор! Мотор большой! Спасибо, скажем! Скажи спасибо! А надо поцеловать дядю Колю и тетю Аллу, давай! Ну-ка, буську всем дай! Это в России!
Паш, надо поблагодарить же. Ну да, ему сейчас не до вас, извините, друзья. Да ладно. Да. Буську, 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 буську. Буську давай. Ну? Номер два. Павлик. Давай ножками, 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 как ты умеешь. Вот как, вот как. О, молодец. И руками давай. О, молодец. Ротик закрываем, молодец. Где дядя Коля? Дядя Коля! Ротик закрывай. Где он? Молодец, Павлик. Ой, самолет. Я здесь. Давай, плюхайся. Он рот закрыл. Не, Коля, не опускай его так. Так, наглотается. Да. Нет, я... Ну, просто можешь головой повернуть. Опаля. Братья, это ты же мертвый. Ну, давай, все, покажи. Все, прошло? Давай, носик вытри. Все, пошли. А где полотенце? Павлик. Вон там синенькая, голубая вон то. Еще раз давайте. Ну, еще. Паша, смотри сюда красиво, смотри. Ну, посмотри на маму. Паш. Так, ну, надеюсь. Ой, моя красивая такая. Давай посмотри. Сейчас. Вот так. Боже мой, какие поцелуи. Дядя Вадима. Все, давай. Все, пока. Давай, счастливо. То мы за ним заедем, да? Да. Пока. Я сейчас пытаюсь заснять вам грозу, точнее молнию. Не знаю, наверное, камера не сможет словить. Пока я ложила Павлика спать, такая была молния. Вообще прям белый день. И так часто. Сейчас она уже отошла, и ее уже не видно, по сути. То есть она где-то там есть. О, наверное, камера не словила, не знаю. Ой, совсем чуть-чуть вам видно. Ну, в общем, слабо. Но слышите, как стрекочут кузнечики. А еще у меня такая новость, ребят, к нам прибился котик. Так, это твоя попа, по-моему. Вот ты. Слышите? Слышите, как она мурлычет? Какая хорошая. Какая луна, ребята. Я срочно должна это заснять для вас. Блин. Даже стрёмно, знаете ли, ходить по двору. По двору. Ничего не вижу. Так. Иду. Киса, ты со мной, и мне не страшно. О май гад. Это вам плохо видно. Она красная. Видите? Кисуля так хрюкает на мне, прелесть. А вот здесь уже видно немножко больше, как эта молния. Вот там где-то. В общем, она ходит кругом. Погода сегодня вообще какая-то аномальная жара. Кисуля, ты хочешь показаться нашим подписчикам? Я сейчас попробую вам ее показать. И не знаю, и главное, что это девочка. Вы смотрите. Какой она красивая, покажись. Вот, беленькая вся, кроме хвостика. И здесь такое пятнышко серое, точнее коричневое и рыженькое. В общем, трехцветная котюля. Такая хорошая.
хорюшок. О, боже мой, я буду с тобой здесь жить. Вам ничего не видно? Слушайте нас. Ой, какая красная ты, боже. И что с ней делать? Ребята, это девочка. О. Но она супер классная. Вообще даже маме понравилась. Но единственный вопрос, это маленькие котятки, когда ее надо вообще кастрировать, то есть стерилизовать, и когда и вообще будут приходить, наверное же, коты и метить. Это не есть хорошо. У мамы здесь все чисто, аккуратно, как вы видите, и чтобы вообще пахло неприятно, не совсем хочется. Поэтому не знаю, наверное, зря я ее уже тут полюбила. И Пашка тоже сегодня с ней весь вечер играл. Ой, такой же сладкая. Я думала, она убежала. А потом вышла во двор, она с яблони спрыгнула, сидела на дереве. Ой, что? Чего ты так мяукнула? Ты будешь спать на мне? Там у меня уже чаек, дорогая моя, чаек закипел. Все спят, а я сейчас буду работать. Английский. Куда ты лезешь? Все, девочка, давай, короче. Все, ребята, спокойной ночи вам, до завтра. Thank you.